Маски за миллиард покупать. Донч, мне надо ачивку делать, на кошель начну. А не, какая ачивка? ЛК-шки фласки же можно пить? Уже Т4 предполутали. У нас танков нету. Когда 4Т4 все зайдут в рейде, тогда этот... А, кстати, кто у нас будет этот второй танк? Ну, Войд. А, ну, все. Вот все, у нас есть два танка. Ура! Меня кто-то из рейда исключил. А, это шарните квест? Алло, такси вызывали? О, блин, нет, не вызывали. Гудлик, ты в курсе? Сейчас за ульдуар дают 3000 ЕП, блядь, так что не прыгай в ульдуар. Я здесь, готов ебошить. Но это тем, только вовремя пришел, 8 но раз. Это уже фул. За замену не дают, кстати. Ну да, да, за замену не дают. Не, надо за приход давать вовремя, кстати, пошить. Ты не успел, Гудлик. У тебя отнимается. Сегодня, слышишь, реально Вов Брочет там мутит на этом, на аукционе. Знаешь, Вов Брочет обнаглел, блядь, даже ничего не купить, блядь. Бля, я дальше не продал так раз. На 100 сил у тебя на 500 голды стоит. Салам алейкум. Что, хорошо. Что? Это когда дешево, он днем был 800 голды. Ну что вот, стоит? Вов Бро накрутил, да, говорит, это 100 сил. Так еще два слота есть, Гудлика берите. Слышишь, Дон, ты... Может это, если быстро ульду пройдем, пойдем и ВК десятку быстро закроем. Да. Ульдуар. Может нахуй ульду. Сейчас я чекну, кто там в составе. Просто дайте Неверу сейчас две пушки. Так, хорошо. Я даже сейчас нет, с тобой чарки. Дриш, шаманизма нету? Шаманизм не играет же, ты говорил. Я он, понятия не он имею. Он вроде две недели ФК. Вов Брод. Я тут, да. Невер тут. Вот, я тут, а Курокс тут. Получается, Курокс. Все есть, да? Кроме шаманизма. А там Валк, да, ты говорил замену. Надо просто спросить. Его... На Валк здесь. В смысле, а может быть я в доту пойду играть? Пирекс, ты теперь пиреха. Какая дота, блядь? Ульдуар, Волонир, блядь. После а Ульдуара. У меня теперь отец Пуси за Хантера. О, Литл, здорово, чёс. Что там с этим нужно сделать? Еще раз, а вопрос от Двата был. А зачем на ДК-то сейчас? Это ж Ульдуар. Ну, что, сказали 2Т4, можно этим. Чего 2Т? 2Т4, типа твины, 2Т4 могут заходить в рейд. Охренеть, блин. Ага. А что ты сколько рога, ДПС даешь? 6К даешь? Да. Ну, еще нормально будет. Мало. А 10 даешь? Да для ульды нормально. А 7? 10? Ну, в трэше на Аниксе дам. Трэш на Аниксе. Блядь, реально, сколько можно трэш на Аниксе дать? Ты в Дайсе давался ракет, блядь. Так что, можно на роге? Блядь, взял и рогу выкинули вообще. Есть шкаф? Не, если вы, конечно, не против, я посидел. Замены нету в ульде. Инфосотка. Гудлик, плюсуй донт. Что? Плюсуй донту, два плюса. Если донту написал, а у меня что-то игнорит. Что за дела? А, все, нормально. Уж отошел. Тогда я уже трою. Дуат. Гудлик не успел. Гудлик не успел. Я тут разговариваю, меня не слышно. Да, Невер, твой квадратик, Пирекс, твой ромбик, Флэш, твоя печенька. В звездочку у нас садится Валк и Расмус. В квадратик у нас садится Unknown и Наглая Рожа. В ромбик у нас садится Зорки и Кару. В печеньку у нас садится Дайта Мягко и Вовбро. В разрушитель без метки у нас... Кто там? Давай, Лангрис, ты будешь за рулем, у тебя дрич потекает. Дон, ты меня закинешь? Это раз. Сейчас, секси, подожди, найду тебя. Ты где прячешься? А ты сказал, я потягаю, это что значит? Ну, покачаешься. Штангу почал. Седан потянешь. Ну, значит, я в разрушитель сажусь или нет? Да. Ой, секси. Ебать, Пирекс.
Так, блядь, давайте, ребят, без фута, давайте, ну, сильно устаешь из-за этого. А, Пирекс, ты где у нас был? Куда я тебя назначил, в ромбик? Пирекс? Блин, я тоже на замену хочу, у меня работа. Пирекс. Иди. А, Кудлик, нет, я ЕП я хочу получить. Не будет ЕП, сказали же. Только тех, кто будет. А, замене, ну... Печеньку водите. Сука, вот еще если увеличенное было бы ЕП, то вообще бомба. Все, давайте это дадите, увеличенное ЕП. По меткам все расселись? Печеньки водителя нет. Печеньки водителя нет. Давайте тогда, кто, дрейф, сядешь? И в ромбике нет водителя. Нет, я в без метки. Метки, я тягаю, ты сказал. А, хорошо. А, хрипатый, давай ты. У меня почему-то не суммонится. Там уже 26 человек в рейде. А, ну ладно. Квадратики. А, ну так сказали же, замена ЕП не получает. Блять, все, ребят, давайте, кто вопросы какие-то через ЛС пишите Донту, а остальные не говорите пока в рейд. Или в ромбике. А, в ромбике у нас... Чего в ромбике? Ну, мы с Каром вроде сидим, но за рулем никого нет. За рулем нет никого. Хорошо, давай... Милый, можешь? Я могу. Да, куда здесь? А, ну порошочек, порошочек, давай ты, давай, окей. В ромбик за руль. В ромбик? Да, в печеньке за рулем кто-то есть? Нету. Не, флеш будет. Тогда, милый, давай ты туда. Слушай, я сесть-то сяду, я просто не шарю, куда ехать. Я в ульде был всего пару раз и не помню, что здесь происходит. А что, там же кого-то мне выкидывают? А, хорошо, как Снип, ты у кого-то сидишь? Давай в печеньку за руль. Освободил. О, квест. А что, там выкидывай, да, кого-то будем? А, да-да-да, сейчас... А, ну я швырять не умею, сразу скажу. Ну, у тебя кнопочка 4. Да, ну, все, я тебя на замену закинул. Смотришь еще на босса и просто кидаешь. Еще раз сум, пожалуйста. Ой, блядь. А, хорошо, у кого не хватает? Кого-то? В машине? Ну, в ромбике водителя. В ромбике, ну, водителя, в ромбике его, да-да, фиолетовый. Я могу... Порошочек там. Я могу криво кинуть. Прошу, кинуть. Да, я ни разу не кидал. А, смотришь на босса, нажимаешь четверочку. Все. Стаки, стакаешь на двоечку. Ну, стаки-то это понятно, просто насчет кидать. Ну, все. Там же не сразу кидать вообще. Ну, я по команде, я все скажу. Все, все на местах, подчинились, давайте заезжаем. Рассосались по комнате. С мотоцикла залезь сюда ко мне. У меня место есть. Гагис с ним заедь тогда на эту. На чинилку. Качедан избивайте. Абдыкт. Абдыкт. Хорош. Танк 2-2-2-2-2-2. Черт, это просто моя. У меня фростбол стоит на двоечку. Все, давайте все готовы, давайте. Осадные запускайте. Все закинули четверочку, нажали. Стакаем. Ускорение мне сразу идти, не колчедан. Стан сегодня выйдет? Видишь? Пошел стан, отлично. А, кто у меня тут это? Расмус. Да, внимание. У меня через раз нажимаются эти. Обновили стаки 5 секунд. Карлос. Готовимся, садитесь. Вот сюда, в пушке. Расмус, блядь, пересядь. Закидывай. Все, закидываем 4. Печенька бы. Меня убило. Ой, да, в ромбик кто-то сядься. Кто свободный. Да, у меня... свободный мотоцикл, в ромбик сядьте. Давайте без футок, только по делу говорим.
Еще один стан пошел, отлично. Пять секунд, обновите стаки. У меня никого нет. Садитесь. Закидываем еще раз. Кто меня выкинул из пушки сейчас? У нас одного не хватает, вроде бы. Хорошо, просто держим стаки, мы сейчас убьем такого. А кто там гуляет слева? Не, не знаю. А почему меня в рекаунде не видно, не пойму? Не заслужил. Зорки, что делаешь? Я лежу в камере. Я вообще выиграл, Андрей. Лунг, я себе наручи продал. Сука, я сапоги упали на голосовой идти, блядь. Да, педали пиздатые. Дерьмо, ебан. Смотрел, конечно. Это педали не голосовой. Ничего страшного. Две дырки компенсируют. Дон, да, левая рука, что там ролится? Все ролится. Все ролится. Не дыми вас, а ЕП не хочет. Понимаю. Вы шмотки за ЕП лутаете? Так они лучше, чем 245, например, посмотри. Они вот, а 245 за 150 продаются. Не, ты мимо, подумай два раза. Я бы оставил. За 50 ГП это, ну. Ебать у меня ГП дохуя. Считай, что слакнул. За 50 минут. Ты мимо, у тебя сейчас 150, у тебя сейчас 450 ГП, у тебя все срежется на следующий раз. Сейчас будет 20% срез. Он у тебя берет. 450 на минус 90 у тебя будет. А у меня сколько будет? Ну, и получается не все срежется. Врет он тебя, не слушал. Ладно, черепочек бьем. У Гудлика зато не скоро срежется. В смысле, у меня 226 срежется, а не он. Что, ты Гудлик стал столом у нас вдруг? А давайте хилить, са. Что, зубки? Ты по мне начал шмот лукать? Я оделся быстрее, чем ты. Видишь, хотя под конец только один. Но КД будет. Это просто меня в том рейде не было. Нет. Согласен. Меня с спецом туда не взяли. Ты а что ты такого? Если мы подобрались? Что такое? Я жду, чтобы ты бы быстрее полутал плечо. Ты за это время, Гудлик, уже мог долететь. У меня нет полета. Так, все, вовбро и обвиф. Готовьтесь, сейчас будет домашний. Ты можешь нормально там? Ник его старый просто говорить. Да не могу, он обижается, когда его старым ником называют. Старым ником это какой-то другой человек уже. Это не то лицо, которое... Старый, прям старый. Не знаю, какой. Кого старым назвал? Зорки, дай столик. Можешь его назвать Рамдес. Он будет отвечать. Зорки, дай МК. Я милому даю. И что дал Андрей Литвин? А кому дать? Напиши ник свой. Зорки, дай денег. Не вопрос. Ну ты пойдешь? Пойду. Красавчик. Татушный МК там. Краску поварам дайте. О, сейчас будем Афлика тестить. Все, ладно. Сейчас будем Маркана тестить, да, спасибо. Где кубок? Я каску по лукам дайте. Я пробафую сейчас, дайте поесть. Ну и можно помогу ребаф? Я умирал, мы тут убили. Каску лапу пристабав. Каску лапу пристабав. Каску лапу пристабав.
Так, Войд, Войд, давай без меня. Это была шутка, это была шутка, типа. А чё Невер на твине? У меня тут 4. Это твиня была на 4. Всё, тогда без вопросов. Надо начинать в коробке. Милый, дай МК. Я дрищу дал. Зорик, это что, уже помахать? Дай, блядь. Всё, ребята. Расмус, ты где? ФК, ладно, без тебя начинаем. Милый, что такое, готов? Милый, сюда, давай, блядь. Да, готов. Ну а милый, отдай Зорку, мам, блядь. Милый, это пиздец, конечно. Что происходит, блядь? Охуенно же. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ой, слушайте, раскол стакайте. Алло. Понятно. Бегите или умрите. Войд фури. Че? Меточка. Сердце играем. Сердце забиваем, Гера даем после него. И боссы. Стакните раскол, давайте, по-братски. Бомбом босс уже идет, черепочек поставил. Оф, бро. Правее. Гигаснип вперед. Точку прожми, гигаснип, чтобы не умереть. Я там не заплюсь. Искра. Умрёте. Черепочек вышел. Черепочек зрения. Ой, простите. Нет. Ты что, гонишь? Берегитесь. Я тебя прощаю, седьмой. Поднимите рейд на хп. Массакру. Да. Подними, Войда. Чекабом Лони, Войда, подними. Это мех вышел. Да пусть он лежит, 10% осталось. Да, ой, да. Лежит. Ладно. Не привык, что так хп немного. Череп за череп. Далеко вышел Расмус. Мирик, играйте быстрее, по этой поискре много урона проходит. Да, Расмус, ты настолько далеко ушел, что от хилов ушел. Выжили. Что, Зорки, это что, АУЕ машина? Год, где там рекаунт, я больше не вижу. На успех запорол просто. Спасибо. Я never more, блин, я все заберу. Милый, дай МК, блядь, я просто. Ты что дал? Зорки, успокойся. Ты дрищу дал. Ты тебе давал? Не-не-не. Сейчас дал. Зорки ты не заслужил. Ты специально снял его. Да-да. А вестибюль, тэпаемся. Зорки, ты что, по мальчикам? Чё ты... Блядь, я ещё и фласку не выпил, и масло не намазал. Ёбаный в рот. Интересно, Тиман, ну хилу. Ты ещё и масло тут мажешь? Ты бешеный человек. Ну, а бизнесмен. Надо варить подготовленную ходить. Давай мне частицу. А, Ваук, давай я тебе буду скидывать сразу все на распыл, только ты, ну, вначале не пыли. Может, если кому-то что-то нужно,
Просто обращайтесь к нему. Дом, слушай, мне, короче, молот нужен, надо на ух. А, ну раз, кстати, раз. Там. Я там, а там. Ты у нас танчишь периодически, поэтому лучше тебя. Да, он такой портовый. Быстрее, пока метка не кинулась. Спасибо. А уголон сразу? Да. А я не был ни разу там. Сейчас будет. Ну, замена, сейчас будет, замена. Я тоже не был, меня меняли. Там дуат на замене, если что. А ты он похилить хочет? Я понять не имею, просто говорю. А что это? Правильно, на эту пуху или мангуст? А чё у нас по хиллам, кстати? Валк Варшама. Угу. Сейчас. А чё Энх рейд дает? 10 АП. 10 АП, 20 хосты. Ого, нехило так. Ну, то же самое, что... Ты не этим, не кастером успокоишь. Кстати, у нас 20 хосты не кастером. Да, да, не кастером. Жалко. Мили хосты. 20% хосты. Так, мне долго логаться, поэтому я уже начну. Почему у миликов есть до 20% хосты, у кастеров нет такого? Пиждон, там мы так идем или все-таки перезаходить? Нечестно. Перезаходи, тебе же сверки надо играть. Ну, честно, больше всех не надо. А что, типа, в бой никто не сыграет? Ну, раньше шаманизм был, и ну теперь его нет. О, у нас дрищи. Бля, дрищи, кстати, в десятке раньше в соло заливал, что он здесь не зальет все. А у меня нет Т4, Т4, гудлик есть. Он больше дает. Что такое? Да, гудлик жать на медкопке. Ай, мег пиздец. По факту. Пусть он соло взрывает. Я уже первый раз играю. Это что, ласт уже, что ли? Да. Да, мы прошли ульду. В принципе, мы ради него приходим. Можно дальше не идти. Первый раз вообще вижу это. Не-не-не, надо ведать. Поставил, кушаем. Она в круге стоит. Шкафчик тоже поставьте, только не на мосту. Только не ставьте шкаф на мосту, да. Ну хотя я могу, у меня парашют есть, если что. Я могу затейкать. Я начинаю танчить, бегаем за милики, ориентируемся на печеньку. По звездочкам у нас играет Невер, Дрищ, Ланпис и... Все, хватит. Три убили. Да, я думаю, это нормально будет. А чё хилам? Хилить просто? Хилам хилить просто, да. Ты расскажи про кару, ты расскажи про лужу. Да, здесь кара появляется, это такая красненькая лужа, маленькая лужа, которая бьет чем больше, чем 5. Чем ближе ты там стоишь, тем больше она бьет. Отошли от нее на 10 метров, она почти не бьет. А их спавнится 3 штуки, там с периодичностью, по-моему, в 15 или сколько там, 30 секунд. Это проанонсится все, да. Смотри, веру также, так же, КД. Смотри, по периметру будут летать 4 сферы. На эти сферы мы будем ставить метки, мы будем их играть. После того, как сфера умирает, под ней развивается черная лужа. Ты в эту черную лужу не должен попасть до команды. Будет, соответственно, уголон кастовать фазовый удар, это будет где-то условно после взрыва всех луж через 30 секунд. Ну там плюс-минус. Вот, это тоже проносится. Говорят, заходить в лужи, соответственно, туда заходишь и сразу отходишь от точки, в которой ты зашел в эту лужу. То есть, чтобы когда ты перешел в темный мир, то есть, если ты попал в лужу, то перешел в темный мир. Если ты находишься на этой же точке, ты вылетаешь наверх и обратно залетаешь. Поэтому влево-вправо отошел и желательно какой-то сейф, если в тебя летят духи. Вот. Он нихуя не понял, но... Кратко. Да забей, сейчас сдохнешь, мы убьем и так с первого трая. Так, графику кому нужно пофиксите, а то я уже это с этим ИВКшкой, я привык 4К бегать. Так, на. Ой, не туда. У Расмуса нет баф. Шкафчик.
Приста бафнет. Поставьте как ты смотришь на Верлайна? Здесь же в кругу можно ставить, да? Дайте стамину попал. А сейчас прилетит, перекинь, наверное, тогда. Перекинь Валка в четвертую группу вместо Хрипатова. Пятую, что? Угу. Ассистер, ну не забудь, что ты кикера вставлял. Тут есть. Спасибо. Войд. Че? Блин, тут КД. А? Че? Сейчас грузится все. Войд и Донт, два танка. А, я думал, зовут меня что. Так. А некуда забирать, у нас там милишники все во второй. Смотри, Чика Бомбони вот этот охуенно одет. Кто? Где? Ну, Феррал второй. Ну, да, может быть. Короче, чё, давайте этот, заряжаемся, готовимся. У меня, кстати, бафов нету. Инты у меня, да, нету, выносливости у меня. По ханту бафните, да. Ну, вообще фул. Крик на ХП тоже будет полезен. Опять есть? Так. Давайте еще один очек. Паул МП5, дай Паулу. Гудлику еще кулак дайте. Угу. У Войда нету баф какого-то. Все, все пету готовы, добавим баф, пол ставлю. Кулак по мишке, да. И по эту кулак. По магам, пожалуйста, МП5. Один. Ваши действия нелогичны. Так, Дон первый, да, танчит? Угу. А тут Гера с пула дается, да? Да. Ау. Играем вот там, где дерево будет, вот туда первая будет метка. Сразу предупреждаю. Литл, беги. Красиво. Че пиздец будет? Метку поставил, звезду. Внимательно смотрим по ней, под ноги. Добиваем. Кара появилась, смотрим на Кару. Отошли. Тут две звезды сейчас умрут. Отдаю Ешку. Массакру дайте. Сейф. Я отдал сейф свой. Поднимите по хп рейд. Быстрее, поднимайте рейд. Добиваем. Ты 3 стака будет, забери. Кара, не бейте пока, блин. Массакра есть? Чика Бомбони, подними Зоркова. Войд, подними Дамби. Наглая Рожа, подними... Кто у нас? Милого. Потом подниму, когда буду не танчить. Угу. Разбежать, Кара. Звезду поставил. За боссом будем заходить. Убивай быстрее. Побав эти моды подключаем. Заходите. Влево-вправо разбежались, это лучше сразу. Войд, забирай, и созвездие сразу. Кары смотрим. Забрался. Ой, созвездие. Сейчас еще одно сокру дайте. Мне КД. А, КД вижу. Сейчас две штуки умрет. Поднимите рейд. Не трогайте их. Поднимите рейд сейчас. Берегитесь. Влево-вправо разбежались, а то кар. Созвездие Войд заводи. Я завожу. По боссу играйте? Хилов нет. Наглая рожа. КД и Войд. Войд, подними Валка. Не, подними идеального. Играйте бомжей. Вот.
Киндер, я тебе не успел. Да, сейчас, сейчас удар будет. За боссом. Кара, отошли. Зашли, зашли в дырку. Эти ёмпол. Вышли по боссу, играем. Попробуйте прохилить это. 55 ДД осталось. Да нормально сейчас будет. От пациента сильно не... В мили зоне звезда, смотрите аккуратнее. Не играйте по меткам, не играйте по меткам. Войд, забрал. Постою. Пристабав на хп. Давайте, 2%. Кара, сейчас. Донта, поднимите. Я поднялся. Все, добиваем так, нормально. Успеем, время есть. Надо скольки. Угу. Все, сейчас уже все, фаза. Идеально прохилит, нормально. Так и есть? 3 стака. Угу, воет. Ты берешь? Ну, кара. Базовые зашли, силовые зашли, все спрятались. Лево вправо разбежались, твои сейвы отдали. Не умереть. Да это мягко. Кара, смотрим, кара. Стреляма добьем, как будто в РБК зашли. Смотрим, кара под ноги, смотрим. Слушай, зато с первого раза. Ну, слушай, ну забавно же вышло, нормально. Да там что-то по звездам прям впияривали просто. Да все в Т4 начали ауешить очень сильно. И любая зона, звезда, которая в миле заходит, относится хотя бы приблизительно. Да, все. Да они тебе, наверное, еще на хуй. Не, ну неутомимая хорош. Так, ну что, ну давайте, кинжальчик пошел. Ресницы, хлопцы, ресните. Я даю мастрес и ухожу в небытие. Дричкаться. Мы на транс. Да, Ром? Дрич, дэш. А, да, это на транс, конечно. Ну просто не первый раз, поэтому я уже. Что там? Красивый кинжальчик. Просто порол. Ух, ребята, все, хватит. Не рольте больше, вы что-то очень близко подобрались. Там 77-76. А если я не на транс ролю? Дрич. В смысле, если кому-то не на транс, то он просто забирает его за ГП. Дрич, ты босса не убил? Я всех убил. Мне Дебемин пишет, Дрич потерпел поражение, Алголон 25 игр. Не знаю. Кстати, а подскажите мне, знатоки, этот, почему у меня... Кто говорит, что не на транс нужен был кинжал? На триню на транс можно? Нет, триню нельзя на транс. Можно триню, если там никому не надо? Я так забирай. Она такая себе. Да. Триню на собрание. На танка эта штука. Ой, там меч падает. Да он. А можно на Везекса зайти за фулик? Нет. Ну на танков одеваем без ГПшки здесь. Да он. Это можно меня поменять на собрание с этим, с дуатом? Зачем? Он просил, да, ему собрание надо. Мне собрание нужно. Ну заходи тогда. А на хилу можно пойти, да? А можно. Ключ давайте. А что за код? Что там? За ГП? Он за ГП? Да. Зарплата ежемесячная. Что за код? Что там падает? Зарплата. А, кольцо. Ой, блядь, давайте без этого. Ну, слушай, хороший юмор, конечно, я понимаю.
Там колечко на хила. На хила B5, желтый сокет. Ну линкани. Работает на хила вот это, что на танка без ГП? Нет. В смысле нет, а чем хилы? Да, давайте так же это, офспеки одеваем так просто. Все, кидаю в руку. Бульдуаре. Так, порошочек тебе тоже надо? А, его ну, ранка надо? Не-не-не, там же ты сказал хиловский, тогда нет. А там шоли, не, ликоните ну... просто, я ну посмотрю, если нет, то можете отдавать. Кольцо 35. Ау. С дыркой. И спина там, да, еще? Ты тут соло дальше, да? Да. А, что, 26-е? Не, мне не надо. Нет, о, не, это 39-е. Такие же, только 39-е. А что это за круг, Аврон? Я с десятки линковал. Шкаф, глубин. Сейчас линка 20-ка. Блять, короче, ну нахуй, просто войду отдам и все, разбили тут. Мне не надо, я уже посмотрю. Что за огромный круг, кто-нибудь скажите? Да лагаю, это баг просто. Фига себе. Наконец-то тердро одену. Это чей бассейн вообще? А сколько у этого, подожди, у господина идеального, сколько у тебя кусочков, братик? Ему еще 10 надо. А еще 10? Он, ты... Слава богу. Блядь, заблеваться кого? Можем в этом бульдуаре. Ну еще 20 кд и закрою. А кого мы бьем? Тык. Я все присмотрел. Сейчас я быстренько скажу. Так, Анон, а тебе нужно второе... Подожди, тебе второе нельзя будет взять кольцо такое. По-моему, нет, или пожили два можно, по-моему, десятка, 25-ка. У него 25-ка должна быть. Так я это, замена будет, не будет? А, не, ну в любом случае, ты просто квест не можешь взять, если ты его уже взял, то все. Да, да, Лаурянка зашел, спасибо. Так, уберете тогда, или ТП сейчас дам отсюда, потом приставлю. Да, да, давай, сюда ТП быстрее. Каждый сумму шкафа 100 голды гудлику. Бля, у меня свой шкаф есть. С блэкджеком и шлюхами, да? Каждый неданный шкаф гудликом, 100 гп гудлику. Че, все готовы? По шампанскому кайфу. Кого готовы? Присуманьте, товарищи, воу, готовы. Я кинул тебе суман уже. Успокойся. Севенсте, замена не ушла. Бля, я лучше стоит, да уже за голову задурили, пиздец. Вообще пиздец, только флуда. Чего это? Завалить мы просто не можем, типа. Давай спокойно прошли. Включи что-нибудь музычку какую-нибудь. Да, это не сумонят почему-то. Потому что лог он сидит. Ревок сделай, лог не сделай. Я в Доваране. Сделай ревок. Ты можешь офнуть что-то? Ну ладно, не надо ничего офнуть. Я придумал. Жалко, булы тут нет. Жалко, тут уешь нельзя на там 8 лет. Почему нельзя? Почему нельзя? Блять, агро сорвутся. Да, Валк. А, не, Валк, наверное, в этом в ресторе это все-таки здесь. Сумонят. Зорки, если что, вброс рвет, он умрет первым. Ну так я и думаю, бля, я не буду просто жать, блядь, до третьего. А, по ДКшке ребах дайте, давайте быстренько. Перекиньте сначала его. Да, меня выкиньте взамен. А что это за вар с синим мечом, блядь, кикните его. Я хорошее настроение создаю, отвали. Это он раскол стакает. Да. Красава. Секунду, я поменяю себе дискорд, а то у меня телефон не вывозит. Да, и звуки неприятные. Так он в фурике в 2-4. Да, пацаны, ну хватит, пожалуйста. Я готов уже минуту. Пошлите бить уже. Феррал. Ты тут? Кто там, блядь, музыку? 5, 4, 3, 2, 1. Мы маленького бьем, да? Говорить кого убить? Маленького. Черепочек, да? Да. Да. Хотите.
программе. Распишались, раньше держим. Все РДД. Между собой тоже рейндж держите. О, просто берешь первый? Вожу. Ладно, хорошо, просто бьем. Керу дайте. А, по мне СС дайте. Дайте мягко. Прямо сейчас. ТД, а, Кару, кто-нибудь, любой, закиньте СС. Масс-масс-шевелер, да? Закинул. Заберите кто-нибудь. Ой-ой-ой! Я забрал под ШВ. Типа, половину рейда, блядь, убил. Ой, мой косяк, сори. Зорки, где ДПС? Я бы слишком уже не взял. А чё, Невер на ханте, он же это, первый забрать должен был. Блять, Невер на ханте точно же. Не, почему он на ханте, он на варе. А. Ну пусть этот Абди заберет. Могу на варе не брать. А, флеш, она прокает точно так же, как с ульты. Десятки, ну тоже типа так себе прокает. У тебя карта из острова сейчас топ-3. Потом, ну, потом прига. Потом две приги. Вот там объект. Какой объект? Из другого измерения. С какого? Из другого! Зорки, ты был далеко, поэтому я дам им кадрищу. Ты чё гонишь, бля? Мы сейчас соберемся все вместе. О, у меня МК. Не, на этом боссе похеру, как бы я тут не дамажу. Типа, я стою в ФК. Да, на. Ой, пропала МК. Так, главное наныть. Зоркий жлоб. Слушай, курочку поставили. Зорки жлоб, да. Мне это интересно, я буду стыда Калгани посмотреть. Дон, там еще не БВК, десятку пойдем, нет? Да не знаю, посмотрим. Слушай, посмотрим, я пацанам уже обещал вот в доту пойти поиграть. Зоркому. Состав есть, нет, типа. Ты там пердишку дота, блядь. Какая нахуй дота, одеваться надо для 25-ки, блядь. Я бы ГП бы дал бы вот тем, кто в доту играет. Нам все равно по консулу отдают шмотки, нам нормально. Я бы Гудлику дал нахуй ГП, блядь. Кто это сказал? Я бы Гудлику дал. Невер, у тебя что-то с микро, хуй память, там пердишь, блядь, ничего не слышно. А, это Невер говорит там? Тут пердишь. Да. Охнули, флут, понятно? Мама пришла. Тихо. Пулов нету, я их вначале очень тяжело собрать. 5, 4. Кто забирает-то? 2, 1. А, то же самое, вопрос, просто я с него не буду это воровать.
Давайте, сова, Локи, тоже отойдите. Топать будем или нет? Дон. Нет, нет, нет. Сейчас ровно 6 секунд пишет. Где руна? Руны нет, так бьем. Блять, да ёбаный пиздец, заберите кто-нибудь еще раз, таунт, таунт, таунт. Кира. Я отвык от Ульдуара, у меня просто рефлекс. Хорошо, давай, давай. Пять секунд, забирай, забирай, забирай. Дайте БР. У тебя рефлекс прям секунда. Да, 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 да. Я вообще отвык от ульдара, что тут. Прям моментально. Так, ну засмоните за меня обратно. На эрдру рейну. Пиздец какой-то, блин. Что такое? Да, блядь, второй телефон уже походу все просто динамику. А на этом что-то, ну, пролагивает. Я с этого просто раздаю. Надо с рабочего просто начинать раздавать. Дон, верните в рейд. Почему еще? Это в одного только лагарда? Да. Дайте по мне бабочки какие-нибудь. Касочку хотя бы. А за убитую руку сколько у него хп снимается? 15%. А, знатоки. Да я просто думаю, сейчас как уебать его. Зорки, зерганем сейчас руки ему, а? Да пизда, я говорю, сейчас под брустами, блин, посмотри. Слушай, нужно идти ачивку делать. Да не, на самом деле, типа, если без шуток, нужно аккуратненько играть по телу, а то сейчас реально там науешься. Ты сейчас руки, ноги, блядь, все сломаем, блядь. Мне кажется, с точки зрения... Сейчас вот так положим. Если, типа, стараться быстро убить, то есть зергом, нужно все уешь, все, что видишь. Да нет, он, нет, понимаешь, там две пачки мобов выходят, Донт умирает и все. Ну это нужно типа это одновременно с туловищем. Так и мобы зауешатся, блядь, за секунду. Да зауешь вообще. На 30%, типа, если руки слить, то... Возьмите, поставьте шкаф. О, типа. Ну, ранг, ну два плюса просто в ПМ, да и все. А, да, да. Шкаф ставьте. Киньте мне по-братски в пятую платимость этого ранга. Я зайду на Редрика, ага. Да, подожди, ну, не давай, надо, не надо. Меня, я себе в тренинг беру, нормально, навара. Не надо. Да ладно, что, иди, конечно. Какую тренинг? А зачем тебе на рыцарь куб? Ну, мне не нужны тренинги, да просто. Вот тренинку хочет. У меня... У тебя забрать. У него прига. Секси, по-моему, нужна, нет? Чё, в кого мы бьём? Дон, ты пожалуйста, отпишите меня. Вместо лоуранга. Слушай, ну секси тролль заберет, наверное, ему нужна. А показывайте, какие песни играют? Нет. Наверное, микс. Просто. Зорки, да. Кому МК?
Ну там же ссылки есть. Да, МК дрищу получается. Не, Гудлик больше пьет. Да Гудлику не брали никогда, бля. Что? Зоркому выезжают мои эти. Можно ли баф? Могу кару дать, типа. Смотрите сами. Че, Зорки нравятся, да, мои подборочки? Не, мне первая песня нравилась, которая играла. Козел. Раните с дрищом, кто выиграет, там. Пацаны, будет. Давайте, типа, чардж делаем в тело. На мужика. 4, 3, ну, все, 2, 1. Дайте приступай, пожалуйста, пополам. Тело стакаем? Раскол. Мужики, давайте. Не крысимся. Че там? А, Геры нет. Нет. Хоч-хоч. Что там? Руку. Ну, рука. Пиздец, пиздец рукам, конечно. Давайте правую сыграем. Через руку? Меня сейчас... Все, обратно, обратно, тело, тело, тело. Какой через руку? Нет, конечно. Они и так сейчас умрут. Да по-любому размашистым ударом. Какой рассекающий удар, вов, бро? Босс до 30, главное, доведи. И все умрет вместе. Да-да-да, мне тоже кажется, что все умрет вместе просто. Да, нормально. Да там вубру рассекающим ударом бьет. В правую свичнулись. 18 тысяч ДПС. Вы умрете. А, в тело, вы в тело. Не можете. Умрете. Не успеваем, все нормально. Роксрайт умер. Я упал, просто хуй знает. Да все, теперь можно руки слить. Теперь можно руки слить. Да все, уже да, давайте не бояться. Все, все добиваем, да. Хуямку добить. Вон, левая рука 200 тысяч добивайте. Я ливнем бью, правильно делаю? Конечно. Да, блядь, сова как убила его. Синим тайфуном. Чё там, чё там, чё там? Там три, нет? Три. Блядь, мечи, блядь, упали, блядь. О, эти ноги, это буешные? Серьезно? Че, Мимирон, я так помню. Это... Да-да-да, Мимирон, сейчас идем. Портал рядом здесь, возле глаза. Бля. Зорки, на Мимироне дерганем. В Мимироне тоже на третьей фазе тоже дерганем. Бля, думаешь, на Мимироне лучшего хроста? Дольше побить можно. Ну, слышите, Мимирон, это, не забудьте, что задут должно вначале. Ладно, если лайкнуть, варканин спихаться просто. А, не, не буду спихаться. Ой, я на компьютер заходить не буду, так все справляется. Убейте этого моба. Да кто мне там пишет? Что мне там пишет?